Вообще я попала в сказку. Вот такие вот громадные. Вот моя рука, и вот на моей руке вот, вот такая громадная креветка. Она стоит 3,82 за полкилограмма. Ну, будем говорить, 4,8 долларов килограмм. И я взяла вот целый пакет, взяла, и у меня получилось 2,5. Ну, на 10 долларов я вот взяла. Сейчас приду их нажарю. Потом вот я взяла большой пакет креветок. Тут 5 паунтов. Они, по-моему, по 8,99 за ЛБ. Громадные такие. 16 долларов килограмм. Потом вот такие креветки. Вот они, креветки. Они стоят 3,82. Коробка стоит 15 долларов. Я сейчас покажу. Такие они большие. Они замороженные. Вот они. Вот они какие большие. Ну, то же самое, что я взяла вот тут. Я взяла. То же самое. Дальше. Идем рыбу смотреть. Рыба вообще обалденная. $1.59 catfish. Вот она такая, без шкурки и без внутренностей уже. Вот красивая рыбка, ее хорошо мариновать. Не знаю, сколько она стоит, тут цены нет. Вот это типа карпов что-то, 4,95 за паунд. Ну, все вместе с головами, с хвостами и с внутренностями. Я, честно, такого рынка никогда не видела здесь. Ну, в смысле, так много рыбы я здесь в Америке еще не видела. Вот наша похожа очень на нашу рыбу, которая на черноморскую, на камбалу. В следующий раз я ее возьму, сегодня брать не буду. Она стоит 5,49, ну, 11 долларов килограмм получается. Вот это тоже 11 долларов килограмм. Это что такое? Fresh Whole Montails Grill. Красивая какая рыба. Вот ЛБ. $1.99. Кому это относится, не знаю. Октопус. Октопус это... В общем, все поняли, что это такое. Октопус стоит это 4,95. Мы будем говорить 10 долларов за килограмм, грубо. Самое интересное, пошли вот здесь. Так. Я все-таки на себя одела вот эту вот куртку, потому что я замерзла. Тут действительно морозильник, самый настоящий. Я нашла чистую более-менее куртку. И это. Итак, пошли вот. Это что такое? Это тоже октопусы. Это тоже октопусы. Вот это тоже какие-то ракушки. Продается целыми ящиками. Мидии мои любимые. Боже, как я их люблю. Я вот это все я бы съела, честно, один этот. Вот тоже какие-то итальянские ракушки. Вот маленькие мидии небольшие. И сколько же они здесь стоят? Ладно, мидии я набралась. У меня полный холодильник мидии. Замороженная рыбка. А соленая рыба, это соленая какая-то. Тоже соленая. Прямо настоящий холодильник. Ой, как здесь холодно. Креветки обалденные. Вот эти креветки 6,59. Громаднючие такие. Вот пока брать не буду. Вот тоже. Как это называется? Тоже. Вкусняшка. Вот тоже премиум. Креветки. И вот пошла рыбка. Вот 3,99 за паунд, за полкило. Это везде цена стоит за полкило. И сюда добавляется везде. По-моему, на продукты нет налога. Вот это стоит 13 долларов за полкило. Black Grouper. А, это Grouper. Это Grouper. Fresh Mahi. Я не люблю махи. Она очень жесткая. А это сам Salmon. Красная рыба. 5,79 ЛБ. Тюна. Тюна, она как мясо, она как говядина. И вот мои любимые скаловцы. 8,95 за ЛБ. И вот они живые лобстеры. Вон их сколько. И вот вам, если хотите, вот вам выловят этого лобстера живого. И пожалуйста. Лобстер стоит 9,79 за паунд. Очень хорошая цена. Все, я отсюда ухожу, потому что нос уже заморозило, если честно. Нос у меня замороженный конкретно. И
вот не знаю, взять ли мне еще вот таких, наверное, возьму еще и таких. Чуть они очень дорогие, но зато они это. Вон они какие громадные. И он стоит, как я уже сказала, 6,59 за, ну, 3, будем говорить, $13 килограмм. Что-то мне жаба давит $13 килограмм, если я могу за $6 килограмм, за $8. Ладно. Все, коробочку все-таки возьму, вот эту упаковочку, такие же самые упаковки возьму. Ну вот, собственно, и все. Замерзла, пальчики на ножках у меня уже замерзли конкретно, потому что тут не знаю сколько минусов. И вот это слайсит. Это как бы копченая, как копченый сэмон. Ух ты, красавчик какой, просто красавчик. Копченый сэмон. А где он смог? Ладно, не сейчас. Не сейчас, а то ручки. Ручки замерзли, честно, если. Пошла я отсюда. Вот замороженная френч фрайс картошка. Готовая ее только бросить на этот самый. О, как холодно. Тут, наверное, минус. Два, может, минус. Не знаю сколько. Сейчас посмотрим. Сыры, 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 сыры. Чикен. Гамбургерс. О, холодно. Пора отсюда отползать. Ух. Еще такой ветруганчик идет. Прямо очень холодно. Так, ну что, взять мне что-то вот здесь. Не знаю. Взять мне яблоки, что-то они на меня не смотрят. Вот эти вот возьму яблочки. Все, полные руки у меня. Ай, полные руки, пошли. Выходим из морозилки. Блин, как холодно. А, теперь сейчас я все это сложу пока. Все поставлю пока. Вешу на место. Ух, нос такой красный, наверное. Заморожено. А? Сейчас. Не написано, сколько же там температура. Сейчас заберу свою сумку. И вот за $4, ну как не взять, за $8, как не взять 20 килограмм? Ну они уже совсем конченые. Их только это. Ладно, забираю свои вещи. Свои покупки и вперед. Банана. Пошли, креветки, арбузы привезли. Ладно, уходим. Где Зуля моя? А то у нас тележка, я без тележки все вручную таскаю. Все, пока.